Всем привет, меня зовут Айбек, я занимаюсь программированием. Помню, в 4 классе я какую-то задачу решил по математике, и что-то учительница меня повела к директору, и я думал, что случилось, что я сделал, что я неправильно сделал, почему меня ведут к директору, да? То мы зашли к директору, и учительница что-то им рассказывает, и я сижу, переживаю, в чем я провинился. Потом краешком ухо слышу, что она говорит, она хвалит на самом деле меня. Вот этот мальчик решил вот эту задачу таким-то путем. И я обрадовался. Я понял тогда, что у меня есть определенные способности именно в математике, да. Позже я стал увлекаться более углубленно, да. Начал участвовать в олимпиадах по математике. Призовые места. Призером был в республиканской олимпиаде по математике, да. И это подтолкнуло меня все-таки рассмотреть программирование как профессию. Вот таким путем я пришел именно к программированию. Многие думают, программирование очень скучным занятием, но на самом деле это вовсе не так. Эта сфера очень быстро развивается, постоянно какие-то инновации, да, что-то новое, новые открытия. И вот следовать этим инновациям, я бы сказал, очень даже увлекательно. Как многие исламские ученые говорят, тот, чей новый день похож на предыдущий, в убытке, да? Это как раз таки очень применимо для программиста. То есть у нас не может быть каждый день одинаковый, так как каждый день какие-то у нас новые технологии, какие-то новые методы открываются, создаются, и приходится держать себя в тонусе. В этом плане это даже очень даже не скучно. Вот некоторые разделяют жизнь и религию. То есть, например, когда ты в мечети, ты практикуешь, да, религию, или ты когда там молишься, то ты практикуешь религию. А, например, в повседневной жизни, там, может, ты там, на работе или в общественном транспорте, да, это об этом забывают, да. Но все-таки, на самом деле, я считаю, что религия, жизнь, это одно целое. То есть это вот как ты улыбаешься, как ты с людьми разговариваешь, как ты на работе себя ведешь, как ты с родными себя ведешь, как ты управляешь своим бизнесом, как ты управляешь своими делами, да. Например, верующий человек, он встает очень рано утром, да, на утреннюю молитву. Это уже тебе дает огромный запас времени, да? Божественную благодать ты утром встречаешь. И тем самым все-таки ислам тебе помогает управлять своим временем, помогает тебе быть более дисциплинированным, более организованным, да? Более ответственным. Да? И я еще считаю, что важно осознать, что вера, она, в первую очередь, потребность, а не просто вынужденность, да? То есть человеку совсем не трудно там кушать 3-4 раза в день, он это делает с удовольствием, да? Потому что это его потребность, ему это нравится. Так же и в религии, так и в исламе, да? Нужно осознать, что это потребность, что это тоже в то же время удовольствие, да? Если это подходить к этому так, то молитва, религия, ислам, оно на самом деле очень легко дается. Да? Как я уже говорил про мой социальный проект, то, что в регионах тоже, в отдаленных наших регионах тоже люди интересовались программированием, да, и я хочу внести в это свой вклад. Надеюсь, у меня получится. И я верю, что у нас есть такие светлые умы там где-то. Мы просто о них не знаем. Мне с ним нужно немножко помочь. И, возможно, в один прекрасный день в будущем они будут одни из таких... Они будут, возможно, основателем таких крутых компаний. Да? Почему бы и нет? А вот сейчас я шел и вспомнил китайскую философию про инь-янь.
Мне оно на самом деле очень нравится. То, что есть вот черное и белое, да, есть гармония между ними. Так и в исламе, так и в жизни, да. То есть пророк наш говорил, что вот, наилучшие из вас те, кто не бросает мирское ради вечного, а также мирское ради вечного. Так вот, мне это, именно эта концепция очень помогает в жизни, да, чтобы находить баланс жизни между своей между личной жизнью, между духовным и материальным. Да. В этом плане ислам для меня очень неотъемлемая часть моей жизни. А вот каждодневно вкладывать себя, становиться лучше, да, воспитывать свое эго, преодолевать свои низменные качества – вот что для меня ислам. Другая концепция в исламе, которая мне очень нравится и очень помогает – это вот, то, что тут наилучшая битва в исламе считается – это именно работа над собой перед Богом. А вот мы часто просим Всевышнего, да, изменить ситуацию вокруг нас, да, не понимая, что на самом деле, возможно, ситуация или обстоятельства, они наоборот просят, чтобы мы изменили себя, то есть мы стали лучше. Да? Как говорится в Коране, Всевышний не изменит положение ваших дел до тех пор, пока вы не измените самих себя. В этом плане мне это очень помогает.